26 лет независимости и дружбы с Италией. Поздравления. А поздравления казахстанцам шлет директор итальянского журналистского агентства «Република» Уго Делля Мико. Издание нередко публикует статьи, посвященные нашей стране, информируя итальянцев о важнейших событиях мирового масштаба, таких как выставка «Экспо» или создание в Астане международного финансового центра. Желаю Казахстану следовать этой позитивной тенденции и закрепить позиции страны на международной арене после успешно завершившейся выставки «Экспо» другими мероприятиями мирового масштаба. Оставайтесь проводником дружбы между народами, как вы всегда это делали, и дайте почувствовать мировому сообществу авторитетный вес Казахстана, продемонстрировав лидерство не только в Центральной Азии, но и, к примеру, в Европе.